Хамзат Чимаев провел спарринг с Фрэнсисом Энгану и отправил Энгану в нокаут. После спарринга Энгану заявил: «Этот швед Хамзат просто зверь. Не ожидал от него такой силы. Его удары мощнее моих. Теперь я понимаю, с викингами шутки плохи». Чимаев же сказал: «Это было расплюнуть. Энгану дутый чемпион, я таких раз в день на обед кушаю». «Швеция сила», — закончил Чимаев. А как вы думаете, кто же сможет остановить Хамзата?